Всем привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Валда и Горелли. И мы продолжаем... Мы продолжаем. Всем привет, дорогие друзья. У тебя стрела в глазу. У меня стрела сверху, ладно, я не могу даже. Ой, нормально. Клево. Сверхстака попробую. Да, хрен тебе. С печки. А, у меня глючит вообще, не лагает. В общем-то, на прошлой серии мы остановились на том, что я просрал 6 уровней, потом обратно их поднял. А Игорель зачарил себе кирку читерскую. На удачу. А теперь я предлагаю пойти в подвал. Точнее, не предлагаю, мы вместе так решили. Вместе мы предлагаем пойти в подвал. За кадром решили вместе, да. Пойти в подвал и запилить там динамит. Сделай хотя бы 5 штучек стол факелов, а то вдруг взорвутся половину. Сейчас, давай я хотя бы вещи разложу. И я кирку свою крутую возьму. По-нормальному, а то меня реально выбешивает это. Мне тоже вообще. Надо вообще как-то сундуки в подвале сделать, нормально все. Намутить. У меня, кстати, сейчас шлем сломается, так что я возьму сразу с собой шлем и ботинки. Ну, и вообще... А есть еще шлем, ботинки? А можно сделать, только слитка железа у меня в сундуке. Ну как бы не у меня, это общий. Так, я, пожалуй, возьму с собой еще кирочку алмазную, наверное, да? Забери, конечно. А то у меня скоро моя сломается железная зачаренная. Надо было хотя бы набить 4 левела и каждую шмотку зачаровать хотя бы на защиту один. Так, давай я сделаю 4 факела, короче. Давай, погнали. Что с собой надо взять? Палки лучше взять. Кстати, гениальное дело, давай набьем-то, в принципе, еще. Какая разница, сейчас ночь. Пойдем набьем. Давай. А, так у меня уже 12 уровней и так есть. Тут минимальный 5 или 7, так что... Да, ты ж можно перетащить его киркой. А, 2. Выпал 2. Так, подожди, что это торможу, что делать-то надо? Мне пойдем, завалим пару зверей. Давай, сейчас чуть. Я сделаю шлемак себе. Не-не-не. А, показалось, что крипер. Ладно, пока просто положу с собой. Пойдем, давай, все. Показалось, что крипер, а тут пару слизней просто. Рядом с домом. Лысая овца. Она не хочет есть. Тут не трава вообще, травы тут нет, прикинь. Я знаю. Земля. Вообще какой-то мицелий. Похоже на мицелий, да, ну какого хрена. Ладно, это твой зомби. Я переберусь под углом. Побыстрее. Пим-пим. Ах ты, читер, а ты куда пошел-то вообще? В пустыню. Ты ж сказал, больше никогда в жизни туда не пойдешь. Ну там рядом с пустыней. В саму пустыню я не пойду. Парам-пам-пам-пам-пам. Вот столько слизней, тут слизней умер большой. А потом еще маленькие его дети тоже умерли тут. И это печально. Бедные дети слизня. У нас именно столько уже слизи, что просто можно реально открывать слизни в ферму. Слизи в фабрику. Производить с лёром, как в Футураме был, помнишь? О, да, Тендермен. С лёром или как там? Сейчас завалим его. Напиток назывался, помнишь? Штырящий. Я помню. Чудное мгновение. Передо мной явилось ты, как мимолетное видение. Как гений чистой красоты. Давай. Блин, он бежит от меня, гад. На ту сторону все время перебегает. Он меня боится, короче. О, он сегодня репортнулся, он к тебе. Да, я его 2 раза коцнул. Сейчас динамит поставлю и взорву. О, давай, да. Хорошая идея. Смотри, к нему подкатываюсь, аккуратненько. Давай, давай, он пока на меня агрессируется. Давай, давай, давай. Еее! Совместная атака. Да, это было ровно. Так, а крипер-то есть где-нибудь? Надо одного хотя бы завалить. Там можно сразу, если есть дерево, стол сделать. Ну, да, дерево есть немножко. О, паук. Тут паук. Халявный опыт. 3 шарика. Отлично. Во, нашел крипера. Ой, и там и пауканы. Не парься. Вот 3 паука. Я с собой не взял, на самом деле, ничего. Я понял. Пищаль. Порох, поэтому забей. Еще крипер. Паук забрался на кактус и получил максимальный урон просто. Максимал дамаж. Нет, максимал пейн. Макс пейн. С какой-то этой игры. Это с того самого, с SimCity. С какой-то игры. С Макса Пейна, конечно. О, у меня сломался меч, супер. Ты все еще железом ходишь? Да, я хочу алмазом зачарить. Так ходи просто с алмазным, а потом зачаришь.
Потом он будет покоцан уже, вообще. Да ладно, у него 100 лет жизни. У него 100 хелла. Ах ты какой, а? Прыткий. Крипер. С кем ты молишь это все? С криперами? Я не знаю, тут вообще какой-то ад. Да, помогу тебе, помогу тебе. Я сейчас умру, не хочу. Не умирать. Умирай. Все, скелета я убил. Крипера тоже. У меня мало жизни. Я печален. Там порох возьми. Порох, взял? Отлично, да. Ты весь стрелок. Я не могу подойти, я тебя сзади прикрою. У меня нет меча, не могу подойти. Прикрыл сзади, отлично, спасибо большое. Просто всю жопу выстрелил. Ну тебя нафиг. Давай я тебя сам так поприкрываю. Хочешь? Не, не стреляй только меня. А то тебе капец будет. Потому что я умру. Это ты просто мимо прошел. Извини, я стрелял не в тебя, я стрелял в зомби. Ты меня отомстил, я знаю. Он отошел, ты прошел мимо. Он отошел. Он мега уклонение у него было. Африка. Киркой зарублю паука. Не попал. У нас в каждой серии обязательно присутствует какой-то экшен с мобами. Это круто же. Если сейчас лава не упадет, так... Кстати, тут можно обсидиана много сделать, если при желании. Так а смысл? Портал? Ну, у нас есть на портал. Так? О, меня слышно, о чем я со стрелами, я не понял. У меня есть стрелы, все, у меня все кончилось, я возвращаюсь домой. О, я меч поднял. Или это мой меч? Ты поднял чей-то. Небесная кара 1, это мой меч. Что-то, по-моему, отлагало. О, смотри, зомби с мечом. Осторожно, слева крипер, отходи. Help me, у меня нету ничего, ни стрел, ни меча, ничего. Фу, блин. Ты опрометчивый, ударил-то его. Так, а не выпало, да, нифига? Нет меча, на железный меч пустой. Вылетел с кого-то. Не знаю, вот. Вот, то, что нужно. Но зомби был с ним. Хотя целый. Вон крипер с моей на дереве. С белой стрелой. Давай. Я его там снизу поймаю. Лови. Все, он умер. Стрела мимо полетел. Вон еще крипер с моей на дереве тоже. Сныкался он там, видишь? Давай еще разок стрелу его. Добивай. А, не добьешь. Черт. Давай, сейчас добьешь. Пока я за тобой наблюдал, я вообще не знаю, что делать. Ударюсь о кактус. Два раза. Тихо, понял, кто стреляет с потолка. Вон еще крипер. О, скелет. Я понял, кто типа тебе с потолка стрелял. Ну явно не паук. Почему? Да ты сволочь такая. Ладно, песок возьму. Это паук-наездник на скелете был просто. А, да? Да. Короче, скелет присел так на коленки и возил паука. У тебя шлем сломался. Спасибо. Не за что. Ждал этого момента. О, кстати, скелет горит. Развалился. Пойдем стрелу подберем. Стрелы у меня есть, кстати, надо тебе скинуть. Да ладно, у меня тоже есть, я же тоже купил 40, просто у меня они там остались, в доме. О, зомби спрыгнул. Надо пойти уже выносить шахту. Пойдем. Ох, у меня чайки чирикают. У тебя тоже? Чайки чирикают? Ну, не знаю. А что делают чайки? Как они говорят? Кудах-тах-тах? Нет, они тоже не говорят. Не знаю. Вот как правильно сказать? Чайки кричат, да? Чайкают. Вообще кричат, да. Чайкают. Чьи мечи я мечи. Ничьи мечи. За что ли что? За что, за что ли штору? За штору. Штору за штору, что ли? Ты меня убил, ладно. Ты выиграл. Юбин. I'm winner. Так. Сухое дерево прямо перед нашим домом растет, а я его никогда не видел. Я тоже не видел. Потом обнаружил, удивился очень. Ночью в прошлой серии мем пробегал, или в позапрошлой. Как-то я с этой стороны вообще наш дом не особо видел. Так, у меня скоро сломается вся моя броня, в принципе. Ладно, я возьму, короче, меч алмазный сделаю себе. Давай. И зачариваю на 15. Давай, что, я ломаю, да? Не, подожди. Я зачариваю на 17 левел себе меч алмазный, и все. Мне хватит, наверное. Мне надо перенести. Ну да, я сейчас быстренько зачарю. Как думаешь, стоит? Нет, стоит на 17 левел чарить? Да, в принципе, неплохо. Половину максимального считай. Ну, конечно, там... Да, офигенно вообще, просто дерьмо вонючее, ненавижу. Хочешь золотые яблоки? Возьми здесь еда, 7 штук. Дай мне первый уровень хотя бы получить. Так вот, здесь, возьми еду.
А, я то же самое положил, помню. Не хватило, фак. Знаешь, что я на токе вышло, тебе не интересно? Что? Добыча один. Что это значит? А, это, так это на мобов нормально можно? Ну, сделать? Нормально, только, блин, извините. Как бы, все-таки... 17 левелов, да? 17 левелов срать. Ну ладно, я что, переношу, да? Да, все, мне вперед же еще. Мне надо бить кого-нибудь. Корова, бей, корова, он. Иди сюда, корова. Я пока зачарю свои плохие шмотки. Блин, ни коровы, ни крипера, ни зомби, никого. Пустота. Так, ладно, на второй максимум можно. Защита один. Вообще никого не видно. Это тоже на второй зачарю. Защита от снарядов один получилась, отлично. Защита один и... это или это? Защита один. Ну я как бы ничего другого не ждал. И горели, мне вообще никого не найти, представляешь? О, корова одна единственная, наконец-то, блин. Гребаный, чтобы первый уровень получить, мне пришлось прибежать пол карты, блин. Так, я свои зачарованные вещи одену, и мы пойдем взрывать местность. Окей? Окей, все, подожди, только я сейчас приду тоже. Давай, я готов. Домой. Сейчас скину всякую шляпу. Порох, кстати. А, кстати, давай еще сделаем динамит. У тебя есть порох? Один. А, не надо. Нормально тут хватило. 9 динамита у нас, ты прикинь. Сейчас мы такую шахту взорвем, что просто все диву дадутся. Как правильно сказать? Не знаю. Даться, по-любому. Диву даться. Даться диву, да. Диву даться. Блин, надо скинуть всякое ширпотреб всякий. 50 стрел скинул, отлично. 50 стрел скинул и горели. Так, а мне, кстати, стрел нужно взять. Все, давай сейчас по-быстрому. Давай. Такая разминочка небольшая. По-быстрому все скидаю лишнее. А где мы взрывали шахту, ты не помнишь? Около коровьего рая, да? Нет, в подвале у нас. В подвале у нас? А, точно. Не пойдем-то в подвал дальше. Подожди, сейчас я покидаю. В смысле, в итоге. Лишнее все, хрень. Devil TNT, TNT. Devil May Cry? Devil TNT My Cry. Короче, манал я ваш край. Не надо так говорить. Я, между прочим, я большой... Я не Devil My Cry манал, а край... Не знаю. Crysis, да? Край чего? Потому что он тебя не идет просто-напросто. Край земли. У меня... Спроси, у кого идет, чувак. У меня идет. Да ладно, у меня, наверное, тоже. Я не знаю, я не пробовал. Так, обожди, а что делать-то? Есть сундук-то еще? Давай сделаем. Да все, уже сделал. Так, ладно. Все, готов, давай, где-то есть. Пойдем. Туру-ту-туру-туру-туру. Давай, все, я в подвале. А, стой, у меня же первый уровень там. Надо было дочарить что-нибудь тоже себе. Да ладно ты. Па-п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 а
panic. Don't be a panic. Просто все будет хорошо. Корова ушла вниз. Во, штаны будут защалены у меня. В текстуру вообще. Не в текстуру, я вру. Давай, зачаренные штаны, чувак. То я тут, мне скучно. А, я стрелы не взял, подожди. Я пошел взрывать. Вали. Да не, я шучу. А чему так мало стрел осталось? Ты офигел? А я ничего не делал. Ну конечно. Я вообще ничего не брал. Все так говорят. Ладно, ладно, смотри у меня. Вот тут красный факел наш стоит. Красный факел. Кстати, теперь я могу даже на самом деле взорвать. А где, подожди, ты есть? Иди на запах Ника. Сам иди. Он воняет так, что вообще мне задыхаюсь. Я болею. Уху-ху-ху. Вот сюда ставь. Подожди. Копай еще немного. Вот сюда все. Ставь, ставь, ставь. Да хорош. Зачем? Ну не надо, не надо. Зачем так? Нет, 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 нет. По одному так интересно. И только ничего не делай сейчас. Хорошо. Все, взрывай. Не получается? Подожди. Не стой там просто. Не, не, вот так просто надо сделать. Под собой ломай, да. А, нет, 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 нет. Бежим, бежим.
Ох. Вот это я понимаю. Колбасный цех. У меня здесь светло, поэтому я могу скинуть факел и посветить тебе. Ты читер, потому что просто читер. Ладно. Немерено ресурсов ценных очень добыли. Еще как-то нам придется выбегать отсюда. Давай еще раз. Давай сделаем верстак и ступеньки каменные. Да ладно, потом. Сейчас прям хочется. Нет. Я тоже сейчас не хочу. Вот здесь ломаем все. Все, вот так вот тут все. Вот, на. Иди и ставь. Куда ставить? Одну туда. В самый конец. Две, может? Нет, одну. Да давай две. Ладно, давай. Она же потом дальше взрывает. Ну я сразу свалю отсюда. Блин, это опасно вообще. Но мне нравится. О, уголь нашли. Почему постоянно я этой хренью занимаюсь? Подрываю. Ой. Подрываю. Так я же ставлю. И крафчу тоже. О. Кстати, интересно, сколько будет выпадать? Подожди, да стой, я хочу посмотреть. На удачу. Нисколько. Да, 3 выпало, по-моему. Да конечно, 63. 3 выпало, серьезно. Все, у меня нет кирки. Кирка сломалась. Давай, все, ставь сюда. Че, не поджигай. Ступеньки не сделали. Да похрен. Мы выживем. О, вода, вода, смотри. Кругом вода. Вода, кругом вода. Давай закроем ее где-нибудь. Это нереально, по-моему, вообще. Ну вот я здесь ее закрою. Не, это импасабл. О, это? Смотри, железо. Можно внизу здесь взорвать? Железо я соберу. Я ничего не вижу, блин. Мне кажется, динамит воду не взрывает. Да, кстати, крипер же не взрывается. Давай сюда, подожди, тогда поставим. Вот сюда вот. Я пытаюсь выплатить. Сюда, прямо вниз, да? Да, прямо сюда ставь и все. Одну поставь, давай, одну. Давай теперь. Одну. Одну, хорошо. Давай. На. Убегай, убегай. Ох, меня пол хп отняло. Теперь надо вот сюда поставить. Осталось два последних. Мы с тобой факела ставим просто. Нормально, прокопай немножко. Все, вот сюда, давай. Последние два. Ты солдат поставил? Да, два уже поставил. Да нормально. А, он сносит тебя, нет. Ну что, прикольно там? Да, водяные горки. Вообще просто порожняк. Вообще, что сделали? Зачем сделали? Кому принадлежит это? Блин, эта вода просто выбешивает, не могу. Давай ее соберем. Да, а, лаву изольем ее. Пещера есть. С крипером, смотри-ка. Да вот, ладно. Пошли. Ну офигеть теперь. Сейчас я скину туда, чтобы крипера видеть. Ай, ну не надо. Мечом ударить. Не надо меня мечом бить, ты что, это жестко. Ну потому что, блин, ты меня чуть не скинул с крипера. Ну так специально был, так задумано. На тебе факел. Следов был полный сейчас. Смотри, сколько там падает угля тебе. Ну, я не против. Пусть падает. Ну ах ты ж! Не, напугался. Не подходи. Да что ты делаешь, сука? Я хотел в него попасть. Иди сюда. Ты заслужил удар в голову. Я здесь стою. Ломай это все. Не могу. У меня что-то лагает, честно. Мне тоже пролагало чуть-чуть, но все нормально, уже отлагало. Эффективность такая дичайшая. Пойдем алмазы искать, теперь же точно. Потому что у меня такая кирка сытная на удачу 3. 100 лет ломаться будет. Давай поднимемся домой сначала, скинем шмот. Да я здесь кину сейчас. А хотя ладно, все равно это не пещера, а просто так. Ну тогда это же кусок шляпы. Подниматься. Пойдем в нормальную пещеру, я знаю где. Я знаю очень хорошую пещеру, где мы не были, она недалеко и очень понтовая. Туда и сходим. Alright. Окей. Теперь Сусанин ты. Окей. Запишешь только когда-то дома? На бумажку нормальную. Да, конечно. Наклею себе на монитор потом и все. А у меня наклеен на лоб постоянно, я хожу, ничего не вижу. Как ты снимаешь?
Я ее не снимаю. Ну я понял, о чем ты. Петросян. Не обзывайся. Петросян, это оскорбление. В наше время. Сам подумай, что ж ты говоришь. Да, были люди в наше время. Не то, что нынешнее племя. Просто подготовиться надо немножко к походу в пещеру-то. Как ты думаешь? Да, я согласен, но я готов. У меня куча угля, у меня куча всего. Я поставил. Да мне надо немножко факелов сделать. Ой, нет, я поставил палец, случайно камень. Факелов? Да я сделаю. У меня стак. Рад за тебя. У меня 60. Это почти стак. Ладно, у меня не стак, но у меня есть палки и уголь. Палки у меня тоже есть. У меня их очень много. Я палочный король. Король палочник, в общем. Такой жук, по-моему, есть, правда. Палочник? Ну да, что-то. Это... Ну да. Ладно. Не, серьезно, жук? Жук так жук. А что это такое? Ну ладно, не надо. Если это что-то противное, лучше не говорить. О, стой, подожди, а есть броня, да, у тебя ненужная? Вот там было чуть-чуть. Тебе не нужна она? Конечно, нет. Я просто трассовую починю. Почини, конечно. Братюня, все для тебя. Я еще, если яблоки найду еще где-нибудь в сундуках, то я сейчас сделаю золотые. Нам же золото не особо нужно. Ну да. Не, кстати, у нас яблок больше нет нигде. А внизу есть, интересно? Так, все, ну, грудь. Все, всего два яблока, это как-то... Тогда, пожалуй, я тут оставлю, короче, свои зачаренные штаны в уголку у тебя, тут и ботиночки. А шлем возьму, потому что шлем не починил, он скоро сломается. Все, I'm ready to go. А я сейчас почти готов. Вот, сейчас два яблока. Жду тебя на улице с криперами. Криперами, окей. Ра-ра. Ва-ва-ва. Просто нужен глоток спрайта, подожди. Глоток свежести. О, эндерман, давай, иди сюда. Гаденыш, я тебя завалю. О, хорошо. Давай, паукан, давай. Паукан, паукан, паукан. Помоги мне лучше эндер завалить. Да, я с ними не дружу больше. А я с тобой-то... Он стрёмно орёт. И где он вообще? Он вообще даже не орёт, это непонятно, звук какой-то странный. Смотри, сколько у нас тростника выросло, как нам его не хватало. Да, теперь мы тростниковые бароны. Ладно, пойдем давай, братуха. Давай, куда? Смотри, знаешь, сюда, да. Место, да. Да, сюда. Эндерман меня все равно не догонит своими телепортациями. Да он про тебя забудет. О, смотри, скелет. Смотри, он пытается меня догнать и проваливается сквозь кувшинки. А, да ладно, он не может там ходить? Может, но, по-моему, слом. Ну, у него способности плохие к этому. Вот тут скелет. Пойдем, скелет. Я иду к тебе. Вот, я прошел мимо дома, ведьмы. Застрел, я спустя чуть-чуть слышу. Под крышей дома твоего. Все, я типа в воду прыгнул, и типа эндер меня не достанет, да? Ну, типа того, да. В основном. Где-то, короче, здесь она была. Сейчас найду. Блин, куски развалившегося скелета мешают пройти совершенно. Не хочу я больше экшен с мобами, давай быстрее. Давай, давай, иди сюда, я нашел. За мной идешь, нет? Да. Тут паук и крипер. Вон пещера, давай скорее в пещеру. Все, бегом, бегом, бегом. Вот она, вот она, вот она. Я не могу выйти, не могу. Я лучше возьму порох теперь. Тут железо сразу сходу. Пещера, вот, я понял, где ты. Давай спускайся. Спускайся, опасно, опасно. Тут вода. Тут еще железо. Поставлю тебе факела. Давай. Ах ты ж, кто там сзади? И собака залаяла сразу. Собака сзади. Сходу просто. Собака просто убежала сзади. Атака такая жесткая была на меня только что. Атака тиммейт, да. Нормально такая пещера, аж говорю, пойдем сразу вниз. Координаты дома записаны, ну так, коряво, конечно, как обычно. Ну, будем надеяться, что все нормально. Ох ты ж, напугал меня зомби. На двоих осталось. О, с ним морковка выпала, видел? Да, я видел. Ну так, наверх нам не надо. Ну, понятное дело. А какая высота у нас-то получается? 42-я, высоко. Совершенно не то, что... Ну, сейчас найдем утом. Вот ну. Здесь вниз можно пойти. О, какая вода. Такая веселая вода большая. Какая вода, какая... Ну и все, тут капец. Вон туда пойдем. Думаешь, там можно пойти? Да, я прошел уже.
про тупик. Зато низкий тупик. Да нет, шляпа это. Так давай вниз копать. Там пещера точно есть. Давай. Давай тогда тут где-нибудь. Давай, прокапывай. Жалко просто алмазную кирку на камень тратить. Ой, еще я сделал. Прокопал, блин. Ладно, похер. Вода когда-нибудь кончится. О, железо. Удивляешься так. О, железо. О, скелет. А зачем мы копаем вдвоем? Портим алмазные кирки. Мы не ищем легких решений. Ну да, в принципе, это выход. Так, ты слишком быстро. Еще ты ешь, я слышу. Нет, ты что? Да нет, ты ешь. Нет. Определенно. Это точно определенно. Это не я ем, это меня едят. Кто тебя ест? Жареная курица меня ест. Это типа как с того же ряда, где скелет на... А, ладно. Дупа. Скелет на пауке, паук на скелете. Да, да, да. Это было жестко. Всех их погоняет зомби. Гравий тут, значит. Какая высота, братья? У меня 25-я. У меня 27. У меня земля. Куча гравия было, но я как-то обошелся без него. Нет, вот теперь гравий. Кстати, киркой добывается быстрее, чем лопат. Потому что она супер зачаренная. Интересный поворот. Что я могу по этому поводу тебе еще сказать? Какая высота? 17. А у меня тоже 17. И мы с тобой вровень идем. Да, вот только зря кирки портим на двоих. И надо будет переломанный пункт. Я нашел любимый твой лазурит. Изумруд. Изумруд тоже нашел. Мой любимый изумруд. Все, у него 112, давай копать теперь прямо. У меня 10. 10 это вообще отлично. А, лава, лава, черт. Лава, лава, черт. Не ходи сюда, не ходи. Да все ровно, вот она я. Он под тобой, лава. Я вижу. Так то теперь выше на немножко копать же, нет? Или что? Да иди нормально, не бойся. Только подо мной не ломай, это 30 левелов и никуда. Не буду, нет. Все, тебе капец. Я боюсь тебя, перестань. Смотри, день, ночь, день, ночь. Кончилось. Есть. Этот уровень, все, по этому уровню копаем. Да, я боюсь славы, поэтому я не пойду. Я выше буду копать вообще. Буду собирать редстоун. Собираю редстоун, а я пошел. Опыт буду добывать себе таким образом. О, пещеру нашел. Я пошел, пещеру нашел. Классная пещера. Маленькая очень. Ай. Да тихо ты. Он тебе помог редстоун добывать. Спасибо. У меня уже 4-й уровень. Я сюда пошел. 4-й уровень, у меня 2-й. Ты все копаешь подряд? Мы на 11-м копаем. Это плохо? Да не, нормально. Ты где? О, давай вот так копать. Ты копаешь так? Так. Ты где там копаешь? Ты собираешь? Я собираю редстоун. Ну ты я понял, копаю. Да? Через 2 левела, как обычно. Ну конечно. По нашей фирменной методике. А зачем ты мой факел сломал? Я прокопался, да. Так зачем? Вот же второй. А, туда вот так вот что ли? Чувак, да. Ну все, поехали, поехали. Нас просили перемотать этот момент, если мы будем так еще раз делать, но нет, хрен вам, не перемотаем. Блин, это же интересно, смотрите, у нас сейчас кирка на удачу, мы покажем, как это, и кто не знает, насколько удача 3 хороша с собой. Я слышу очень много лавы. Прям. Огромное количество лавы. У меня болит горло, я хочу спать. А, у меня болит голова, я хочу есть. Ты постоянно хочешь есть, ты знаешь? Когда болит голова, всегда хочешь есть. Осторожно, там лава. Я железо нашел, ничего не знаю. А я тебе покажу сейчас лаву, смотри. Выкопаешь подо мной? А, вижу. Норм. Все, надо не в ту сторону копать. Так, алмаз-то есть, нет? Чего-то здесь нет. Хотя я не знаю. Вон пещера же там дальше. Пойдем в пещеру сходим. Блин, то а ты строишь блоки, мне страшно ничего. Я могу вот так построить, сколько мне даст.
Больше не дает. Есть гравий? Я из гравия построил. Нету. У меня куча гравия, 6. Да вот все, иди, не переживай. Теперь лава сюда стекает. Тут тоже правда лава, и здесь тупик. Это не пещера, это просто глюк. С освещением. Я туда не пойду. Все. Окей. Блин, надо перевалочный пункт сделать где-нибудь. Да, поехали, допустим, вот чуть на обратно и давай сюда, стоп. Вот здесь же мы сделали. Вот так. Да? Не знаю. Куда вау. Теперь, короче? Давай, куда теперь? Поехали в ту сторону. Поехали. Там как раз ближе к дому, по-моему. Ну и замечательно. То, что нужно. Вышел. Ладно, давай отсюда начнем. Только на уровень ниже. Это какой? 11. Это какой-то. Да зачем? Нет, давай да куда-нибудь. Все, копай. Да чтоб тебе. Давай копай вот сюда, вот туда. Да не туда. А, ладно. Постраивайся под меня. Придется. Тут везде лавой пахнет. Вот она опять, да. Пахнет. Ты почувствовал запах лавы в Майнкрафте. Achievement complete. Давай вот здесь. Я пойду еще на два блока левее. Ничего страшного. Подстроюсь, в принципе. Ну и замечательно. Я рад, что ты меня понял. О, алмазы нашел. Алмазы нашел? Только не собирай их. Если тебе левел нужен, тебе пополам поделимся, я тебе кину. У меня есть удача тоже. У меня удача 2, у тебя какая удача? У меня 2, у меня удача 3. Не пошел ты. Пополам поделимся, потому что мне левел нужен. Хорошо, хорошо. Вообще алмазы мои, давай мне кирку и иди отсюда. Тихо, здесь опасно, подожди. Ты думал, я с тобой выиграть буду? А, нет. У тебя о чем я говорю, подожди. Да чтоб там подкинул того, кто делает эту хрень. Там вообще лава дикая. Только не толкай. Ты тоже. Так, все, смотри, теперь вот так вот можно. Нет, нельзя. В общем, там алмаза нет. Осторожно. Нет. Все, там лавы не подойдет, но и алмазов там тоже нет. А выше? Выше лавы нет, надеюсь. Нет, алмазов-то. Алмазов нет. Все, не копай здесь. Сколько здесь? Раз, два, три, четыре. Четыре, да? Ну, как раз по два. Ты закрой пока там, я здесь. Я постарался, но что-то у меня не очень выходит. Смотрите. Оп, 3 алмаза выпало. Да ладно. С первой выпало 3 алмаза. Ты серьезно говоришь, что? Да. Со второй выпало 3 алмаза. 6 алмазов. Кидай кирку. Осторожно только с ней. Нет, я ее потом в лаву выкину. Это моя. Так, смотри, уйди отсюда вообще, чтобы не забрал мой опыт и мои алмазы. Сваливай сейчас в сторону. Я вот так вот сделаю. Итак, там-дам-дам-дам. Тра-дам-пам-пам-пам. 5 штук в общей сложности. На кирку. Ну нормально. Ну все. Вот туда удача 3 животворящая, что делает. Сколько от тебя получилось столько штук в итоге? 6. Всего 6 у тебя? Да. А у меня 5. Сколько было? Сколько алмазов было там? 4? Там 4 всего было. 4 алмазов 9 штук выбили, нормально. Неплохо. Давай здесь где-нибудь зажжёмся пока. Не страшно идти дальше, а у нас время поджимает. Давай. Вот там мы копали. Джонимся. Здесь заделаем, чтобы к нам не подошли. Здесь заделаем. Нафиг. Все, и здесь заделаем. Ну все, Тара, большое спасибо, друзья, за просмотр очередной крайне упоротой серии. С вами были... Ой, я упал в проход в наш, где мы копали. С вами были Валда и Игорели. Подписывайтесь на наши игровые каналы, ставьте большие пальцы вверх и не забывайте про комментарии. Мы вас обожаем. Это непременно вообще. Да, всем спасибо за просмотр. Дорогие друзья, Валдай все сказал, как обычно. И всем пока-пока. Пока-пока.